Хомяков, хватит орать! Может, дать ему денег? А что за запах? Делаю вдох, так пахнет... Мне кажется, что мы сегодня обосрались. Хомяков стал ребенком! По-моему, ничего не изменилось. Баба Буй. Рядовой бумага. Твоя задача – поменять ему подгузник. О, нет. Нет, нет, ты тупица. Это не присыпка, это красный перец. Получай. Many hours later. О, чистенький. Проходи вон туда. Послушный. Что я сейчас увидел? Как это забыть? Никак. Он хочет погулять. Песочница, кобяк! Я могу вот так, вау! Вот так, вау! Вот так, вау! Вот так могу! Кобяков! Балбес! Попу мыть нужно каждый день. Жрать! Он хочет покушать. Ну, конечно, у него богатырский аппетит. Мужиком растет. Он хочет игрушку. Смотри, что у меня для тебя есть. Машинка. Куда ему машинка? Да не парься, эта тачка надежная. С ней он точно ничего не сделает. Аренда меня газует. Говоришь, ничего не сделает? Кобяков. Все, Кобяков, ложись спать. Пацаны, а Моргенштерн тоже стал ребенком. И Егор Крид. Даже Джиган. Надо подкачаться, надо подкачаться. И Ильдар Джарахов. Что это со мной? Ну вот, я тоже стал ребенком. Олечка, Рикардо, назначаю вас моими родителями. Друзья, не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик.